Здравствуйте. Сообщение Оли Маджлиса Республики Узбекистан и Кабинета министров Республики Узбекистан. Дорогие соотечественники, с огромной скорбью в сердце сообщаем вам о кончине нашего дорогого президента Ислама Абдуганиевича Каримова. Ислам Абдуганиевич скончался 2 сентября 2016 года в городе Ташкенте вследствие перенесенного им острого нарушения мозгового кровообращения, инсульт, приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности. Первый президент нашей страны Ислам Каримов поистине великая историческая личность, благодаря которому наша республика обрела независимость, достигла большого прогресса на пути своего независимого развития и смогла избежать ужасов войны и дестабилизации обстановки в один из тяжелейших и ответственных периодов в жизни нашего молодого государства.